мне 31 год. Потерянное поколение. Вроде хочу замуж, а вроде не хочу. Детей вроде не хочу, а всюду слышу «надо». Вроде уже взрослая, а брать ответственность страшно. Вроде одеваться, как взрослая леди, не хочется, поэтому в основном, как подросток. Вроде и хочется богатой и успеховой жизни, а вроде и зачем эта лживая показуха? Вроде глобальные установки устарели, а новых еще нет. Вроде хочется заниматься только тем, что нравится, а вроде и есть хочется каждый день. Вроде хочу рядом сильного взрослого мужика, но дяди в костюмах меня пугают, и с ними скучно. Поэтому остаются инфантилы, и ты для них вроде мамка. Хотя и первые, по сути, свои оказываются детьми. Ой, извините, распизделась что-то? Вроде иду туда, куда хочу, а вроде и чувствую давление. Вроде надо заниматься саморазвитием, а вроде и хотелось бы уже нахер отдохнуть. Вроде жить в городе современно, а вроде и высасывает. Вроде бы хочется комфорта, а вроде и в деревню тянет. А в деревне смогу ли? Вроде хочется общаться с новыми людьми, а вроде уголок социопата — любимое место. Вроде живем сегодняшним днем, а вроде и где подушка безопасности? Вроде такие свободные, а вроде и столько границ. Вроде куча друзей, а чувствуешь тотальное одиночество. Вроде знаешь, чего хочешь, а на самом деле вообще без понятия. Мне 31 год. Потерянное поколение. Кто же нас найдет?